Друзья, всем привет! Наступил февраль, это последний месяц зимы, и в Америке февраль – это месяц любви. В Америке поздравляют всех родных, близких, друзей, в школе детей, влюбленные пары. В общем, месяц любви. И, наконец-то, у меня дошли руки, появилось какое-то вдохновение, как февраль наступил, поехать посмотреть, что в Америке продается на этот праздник. К нему готовятся задолго, уже после Рождества начинаются появляться на полках магазина вот все сердечки, все подготовительные вот эти картинки, подарочки, игрушечки, все, что можно подарить на этот праздник. В общем, сейчас хочу поехать посмотреть. Может, будет вам интересно показать, что у нас продается. В общем, сегодня шопинг по тематике Дня влюбленных. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, мне это очень помогает. Подписывайтесь на канал и хорошего просмотра. Так, друзья, ну что, праздник влюбленных, День Святого Валентина. Как в Америке готовятся? Ух ты, конфетки, понятное дело, все с такими сердечками, $4. Чупа-чупсик, попсы тоже 4. Такие конфетки, скорее всего, знаете, их покупают и просто отдельно дарят каждому. Вот такие вот спанч-бобы тоже сердечко. Вот это очень любят, Валентина даже написано. Все по 4 такие коробочки. Доллар, скитлсы. Кто любит, поставьте плюсик. О, я люблю скитлсы. Так, идут подарочки. Это Крайола краски, видимо. Деткам дарят. Пластилин, да. Так, книжечки. Слушайте, в Америке поздравляют всех с Днем Святого Валентина. Дети, мам, братьев, сестер, друзей, детей. Вот напишите. Вот раньше вот я знаю, как у нас вот коробка конфет 12. Раньше, ну, День Святого Валентина. Вот, вот серьезно, пожалуйста, напишите. Было всегда, это День влюбленных, пары и мужья, жены поздравляли друг друга. Но не было такого, чтобы друзья, друзей, мамы, детей, да, вот, вот не было. Вот напишите, я права или нет. Может быть, я что-то не права. И поздравляю всех сейчас. Но вот раньше я знаю, что поздравляли только влюбленных. $12 вот такая коробочка конфет. Уже, видите, разбирают. Так, пойдем дальше, что тут продается. Вот такие вот сладости тоже в виде валентинки. Стоит $6. О, Хариба. Это такие жевательные конфетки. Такие вкусы разные. Хариба. Так. Мишутка классный такой. $1.24. Такую валентинку. Вот это Линдер. Очень классные конфеты. $7.26. С разными вкусами тоже. Вот это лимитированная версия с белым шоколадом и клубничкой. Это классическая. Вообще они стоят подешевле, 5 с копейками. Но так как праздник, подороже, подорожали. О, в виде сердечка. Слушайте, 84 грамма и стоит 6,12. Очень дорого. Но один раз в году можно и потратиться. Такие вот конфетки. Здесь очень много конфет. Ух ты, посмотрите. $18. Какой огромный твикс. Даже с сердечком. 18 конфеток. Тик-так. $13. Такая огромная пачка. Но это, знаете, сладкоежкам. Это я. Такой вот подарок. Мишутка в чашке. Чашка большая, слушайте, классная. $10 такая стоит. Они разные есть. Есть вот такой вот хорошенький. Есть такой вот. Такие бомбочки. Слушайте, класс, 2,50 в шоколад. Бросаешь в какао.
такая версия. На Новый год очень много было, ну и сейчас модно. Ну, здесь калорий, калорий очень много, 240 калорий. Так, вот такие вот яички по $1.24. О, этих разобрали, слушайте. Шоколадные палочки, $2. Ну, в принципе, да, неплохая цена. Ух ты! Такая макароны, типа макароны с шоколада. Ну, это не классические, просто как бы конфетки. $5. Такая вот чашка Starbucks. Кто любит кофеечек, это больше уже для взрослых. $10. Огромная чашка, горячий шоколад и кофеек. Смотри, классно. Такой подарок. Кто любит кофе, вообще супер. И стоит $11. А ну-ка, розочки. А, это конфеты, ребята. Такая конфета в виде розочки. Стоит $1. Вообще класс. Действительно, можно накупить и подарить кому-то. Такие вот. Так, Микки Маусы и Минни Маусы. Правда, здесь пока я вижу девочку. Стоит 13. Смотрите, какая прелесть, да? Вообще класс. А, вот мальчик есть, есть Микки Маус. В розовеньком. Такие вот два друга. Привет, привет. Вот это хороший подарок. О, даже картинка. $13. Ну, конечно, классические. Посмотрите, сколько здесь игрушек. Ну да, игрушки это, конечно, лучший подарок для девушки. Для парня тяжело. Вот такой хороший медвежонок. Вот антистресс такой прикольный. Давайте по игрушкам пройдемся. Маленькие, $3. Такие вот, боже, хрюшка такой. Вот эти такие приятные антистрессы. Здесь подарок какой-то, наверное. А, здесь $13, такая коробка твердая, а внутри вот такой антистресс. Ну, чтобы красивей была упаковочка. Сейчас они очень модные, неясные штучки, но они такие приятные. Можно как подушку сделать. Смотрите, Мишу так много, по $10. Цены на мягкие игрушки небольшие, если честно. Такая вот обезьяна классная, слушайте. Пупок у нее еще в виде сердечка. Классная обезьянка, да? Мне так нравится. Мне так нравится обезьянка. Мне так обезьянка нравится. Смотрите, ежики с сердечками. $10, я считаю, нормальная цена. Ежик обалденный. А ну-ка, дракошка. Ой, кто-то упал там. Это тигр. Дракон. Дракон. А кто это? Динозавр. Тю. Я динозавр. Динозавр, да. Ёжики очень мне нравятся. Так, есть для головы такие ободочки. Вот пример. С любовью. Ой, блин, это детские, скорее всего. Вот для девочек тоже, для дочек, для просто подружек можно такие заколочки $1.24. Фенечки, да, или это что? Ну, какие-то вот украшения. Такие вот бусики, тоже бусики. Слушай, очки в виде... Ух ты, тут шапочки есть по $10. Прикольно, ну-ка, Мишка Тедди. Ух ты, красавец. Мишка Тедди. Мне вот это нравится. Ну-ка. Видите? Вот такая вот шапка. Только она такая большая. На кого она? Так, открытки. Слушайте, а, блокнотики. Ну, вот это тоже неплохой подарок. $3. Всегда пригодится. Блокнотики. Можно собрать ручка, блокнотик. О, для ванночки. Девчонки, для ванны бомбочки, сердечко, губки, $3. А это что такое? Это карты, да? Да, тоже $3. Такие вот записочки, бумажечки. Ух ты, что это такое? Это носки, блин, прикольная идея, смотрите. Губы, слушай, носки. $3. Такие с сердечками, в такой упаковочке прикольной. Ну, классно! А вот просто есть сердечко. Класс!
$3. Мне такая нравится. Хорошая идея подарка. Бумажные кулечки симпатичные. Так, разные здесь стаканчики для напиток, чашки. Ну, чашки мне не очень нравятся, такие вот с игрушками. Такой сердечко ручек, яблочко как будто бы. Стоит $5. Ого, дорого. Такие ручки тоже. Ну, чашки с игрушками много разные. Зубчик какой-то, коровка, мишутки. Это же зуб, да, с сердечком. Интересно, зуб. Такой вот кто? Какая-то рыбка. И стоит $6-5. Прикольно. И вот классные подарки уже, друзья. Опять же, мягкая игрушка, но вот в кулечке. Стоит $6. Такая черепашка, ежик, медвежонок. Да, или это лев, не вижу. А, это львенок. Такой львенок. Вот этот классный крабик такой вот. Такой интересный. Крабик в кулечке. И вот такие еще. Дам еще мишутки. Обалденный подарочек. Вот готовый, не надо ничего придумать. Уже есть в кулечке. Засунул и все, и подарил. Класс. Как идея. Так, скорпион. Ого. Ну это по знаку зодиака можно скорпионом подарить. И такой вот. Ну, страшненький. Слушайте, обезьянка. Мне он-то обезьянка очень. Слушай, мишек полным-полно. Мне обезьянка понравилась, сердечко. Такие вот мишки черные, рыженькие, разноцветные, радужные. Какие хочешь. Мишек полным-полно. Беленькие. Ух ты. Стоят все $10. Все. И поменьше есть малюсенькие. Даже роботы какие-то. Да, робот. Такие вот. Меньше игрушки 6. Дракоши. Вообще класс. И вот это антистрессовые, тоже $10, но они такие приятные. Наверное, все-таки более взрослому вот эти игрушки. Ну, детям тоже можно. Такие приятные, приятные. Смотрите, сколько антистрессовых здесь. Это в виде подушек, просто ложишь, на них лежишь. Ну, я думаю, все в курсе. Ой, какая она мягенькая. Такое разнообразие таких игрушек. Так что вот так вот готовятся в Америке к Дню Святого Валентина. Больше, конечно, мягких игрушек, ну и наборчиков. Вот такие вот. Ой, какая желтенькая. Прикольная. Смотрите, какая обалденная собака. $10. Прям написано, что люблю. С Днем Валентина. Какая прикольная таксочка. $10. И есть такая вот с поездочками. Не знаю, сейчас актуально, модно, но вот у нас есть такие вот любовь между нами, разные, как новогодние такие. Ух ты, это я хотела, кстати, такая вот блестяшка повесить. Интересно, надо, наверное, я возьму такую себе, хочу такую. Такие вот штучки. И лова-лова поставить на полочку. Так. Есть даже тарелочки с Днем Святого Валентина. Это, ну, на один раз. И салфеточки, слушайте. Такая вот салфеточка 97 центов. Они разные, кстати. $1.24 формочки. Да, что-то испечь тоже. Такой вот напитки здесь и стаканчики. Это наклейки, качество не очень, но и стоит 2,50. Так что открытки можно даже просто подарить открыточку, знаете, ну и будет приятно. Вот Happy Valentine's Day, типа 3D. Опять же, еда. Ну, куда без еды.
Так кто-то поставил. Такой вот симпатичная маленькая. Вот влюбленная пара. Класс. Это из мультика, да? И собачка Love You. Вау. А это Аладдин, что ли? Смотрите, какая огромная стойка открыток к Дню Святого Валентина. Открытки, конечно, опять же, кому угодно. Такие красивые. Есть объемные, есть с музыкой. На любой вкус. И с животными. С сердечками, с собачками. Ух ты! Красота! Такие вот тоже интересные. Начиная от доллара и выше. Цены все указаны. Вот, допустим, вот эти вот по 3 доллара. Ну, такие. Так. И смотрим подарки для более взрослых. Такая вот стакан. Наборы разных запахов таких. Прикольные. Наклейки на ногти разные. Смотрите, есть прям праздничная. Стоит, правда, 8 долларов, слушайте. Лаки, конечно, красные. Ну и разные есть. Вот это хорошие лаки, честно говоря, да, до 10 дней держатся. 2 доллара всего лишь, ничего себе. Вау. Это помадки со вкусами, слушайте, шоколада, конфет. Вот эти вот, это, ну, гигиенички такие, ну, прикольные. Ух ты, какая классная. Прикольно, ну, 4 доллара, недорого. Прикольная Барби, еще бум не закончился, да. Такие вот тушь, накладные ногтики. Вау, тоже гигиенички в виде сердечка. Помадки. Ух ты. Игрушка. Здесь уже упаковочные материалы, коробочки, что-то положить. Может быть. Такие вот коробочки. Ну, цены сами видите. И прикольные кулечки по доллару. Вау. Так. И вот даже написано, ребята, Валентин день. Вот эти все товары. Это больше здесь канцелярия. Посмотрите. Вот. Детям дарят. Опять же, у меня вопрос. Пожалуйста, не поленитесь, напишите. Вы раньше дарили детям на День Святого Валентина подарки? Вот просто интересно. Смотрите, мячики какие-то. А вот это что такое? А, это антистресс. Нажимать 3 доллара. Ну, здесь, ух ты, прикольно. Ну, я... сама хотела тут много чего. Не обязательно детям. Ой, какой хороший сердечко. Класс. И почем такое? Ух ты! Это антистресс, слушайте. Можно подарок обалденный. 2 доллара собрать. Держи. Ну-ка. Разные. Ой, смотрите, карандаши. Можно канцелярию просто собрать в виде сердечек. Вот, да, в этой тематике очень много. Смотрите, резинки. Радуги такие вот. Тоже все по 2 доллара здесь, похоже. Вау, ух ты, это кто такой? А, класс, тоже это 3 доллара. Смотрите. Ой, он мигает. Вау, класс, да? Да, коронавирус. Но это такая антистресс. 3 доллара. Слушайте, цены все по 3 доллара. Вот не буду уже повторяться, покажу, что есть. Печати, пончик, стрелялка. Ух ты, их тут несколько. Нажимаешь и стреляет. Ой, котик. Раз, и глаз вылез у котика. Прикольно. Да, столько много. Разные вот точилки. Зачем столько много 2 доллара? Столько точилок. Ручечки. О, зачем 4 пары очков? Смотри, дитя может прийти в класс, в школу, и всем пораздарить по точилке. Да. Я понимаю, что раздарить, но...
Ну ладно, что такое? Я ожидаю, что вы мне напишите свое мнение. И вообще, кто помнит? Дарят, не дарят. А что это такое? Кулечки какие-то. Так, коробочки. Вот это эти копилки, да? Копилка $4 в виде сердечки. Такие вот сердечки. 98 вообще центов. Вау. Большое сердце. Тоже какие-то поделки делать, знаете. О, копилки. Просто написано Happy Valentine. Такие вот с Микки Маусиками. С дракончиками. Вау, пошли дальше. Так. Здесь наборчики небольшие, но опять же детям 2,50. Раскраски разные создавать. Открыточки вот с глазками такие прикольные. Похоже, но опять же дети сделают, да, и в школе, допустим, дарят своим друзьям. Вот пахучки, это резинки, да, стирательные резинки, которые пахнут, интересно, в виде пиццы, разной еды. Ну, да, в Америке еще мы можем. Ух ты! А вот мишутки, тоже прикольно. А они тоже пахнут? Да, тоже пахнут такие вот. Делать, видимо, валентинки и дарить. Детки сами этим занимаются. Ой, класс! Слушайте, а это переливалка такая вот. Ну, помните, у нас открыточки были, я забыла, 3D. Ну, раньше не 3D, по-другому назывались. Переливаются. Обалденно. Динозавры разные. В общем, это поделки. Валентинки. Вот создавать тоже валентинку. 2,50. Здесь и печати, и открыточки, дракошки. В общем, на любой вкус, вид. Это больше деткам. И посмотрите, $35, какой мишка. Да, 35. О, огромный такой вот мишутка. Такие вот. Смотрите, сколько. Эти $50. Тут и собака, и пандочка, и мишуточка. Такие вот классные. Ух ты. Бомбовая собака. Ой, упал. Так, надо поправить. Вот поменьше есть за 15. Слушайте, мишки, какая прелесть. Какая прелесть, мишутка. Зайка, лисичка, вау. И вот огромная. Ну, есть, конечно, любой выбор. Ох, классный мишка. Лисички. Такая вот красота. И здесь полный разных мишуток. $35.